Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона Фиат Малыш Футболист. Сегодня открываем красные награды вместе с малышим футболистом, который пришел с тренировки. Тренировка сегодня не очень задалась. Сами упражнения были ничего, даже гол был забит красивый в дальний в уголочек. Но... обманул, даже пошел в ту сторону, а сам пробил в дальний. Ну, футбол, Саня, что-то замешкался, и в итоге последнее место и убоко. Значит, через не могу надо. Через а как не могу. Вот каждый раз надо на тренировке все больше и больше усерднее бегать, и организм будет привыкать. Вот и будет вся тренировка. Сегодня ты просто очень усиленно тренировался в самой тренировке, и на игру уже силёнок не осталось. Надо все равно выжимать. Может было лучше. Не совсем же на шаг переходить. Вот. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. К сожалению, команда года уже прошла, мы никого не поймали. Тотти, да, но впереди кто там, Тотцы, команда сезона, месяца через три, наверное, да, она будет там что-нибудь, может быть, кого-то поймаем. Если вам нужны монетки, хотите купить подписку или игры, то следующие 30 секунд видео будут для вас. Ну что, Сань, погнали открывать награды? Погнали, надеемся, что нам кто-нибудь будет. Топовый. Давайте. Кумир, надо кумира, мы кумира еще не ловили, нам нужен кумир. Ну а если уже сегодня вы хотите приобрести себе Мбаппе, Месси, Неймар или может быть Криштиану Роналдо, то сайт Автофуд для вас. Монеты FIFA 23 с автодоставкой системы антибан на любую платформу. Sony PlayStation, Xbox, ПК. Также вы получаете кэшбэк 5% и более. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Также на сайте вы можете купить себе подписку PS Plus, игру FIFA или другие топовые игры. Поехали, погнали! Так, ну что, Сань, давай, открывай. Food Champions, ребят, если я честно, знаю, легко мог сделать 9 и даже больше побед, но просто игра меня заруинила, просто нереально. Ну, да, немного. Потому что там были матчи, очень много матчей было, где я вел в счете 2-0, 3-1 и в итоге проигрывал. Так, опа, Берарди. Ну, выбирай его, хотя он у меня есть обычный. Нет, стоп. Давай его с седьмого. Мало ли, вдруг он мне куда-нибудь для рейтинга пригодится. Хотя, скорее всего, один из красных я буду менять на обмен. Но вдруг все-таки решу. Так, Валенсию, Сань, давай. 85, скорость хорошая. Давай его заберем. Это, по-моему, это же... Подай секундочку. Ну, ё-моё, тоже нажал. Хотя посмотреть, с какой страны что-то забыл. С Эквадора, что ли? Или с Колумбии. Подожди, с Колумбии или с Эквадора. Ну, давай в награды. Сюда? Нет. Саня забыл. В магазин? Вот сюда. Ой, ну в магазин, да, в смысле. Да. Не так сказал. Два набора, ребята. Один набор редких игроков и большой набор редких игроков. Так, Сань, не торопись. Так, у нас два они выбора. Оба продавали. Этот и лес. Да, один большой. Сначала, я думаю, вот этот набор редких игроков. Ну да, но сейчас, а честно, потом. Вот уже кроме кумиров даже и некого ловить. То есть все остальное уже не так интересно. Давайте. Разве что Мбаппе обычного. Нет, испанец, ну-ка. Ну, это слава. Ребят, большой набор редких игроков. 24 игрока, все редкие. Мы с вами желаем с Саньком вам играть в футбол, любить эту игру, играть в FIFA обязательно, да? И еще играть в God of War, в Minecraft, в прыгалку-бегалку. Да, Сань? Ну что, Сань, давай открывай. Надеемся, что кумир залетит к нам в состав. Давай, Пеле или Рональдо. Ну... нет, кумира нет, может какой-то топчик. Нет. Ребят, в очередной раз просто доказательство того, что не нужно покупать эти наборы за монеты. В них вам может упасть просто марокканец из чемпионата Испании, вот что-то уровня. Ну что, Саня, пожелаешь еще зрителям, подписчикам канала? Не знаю. Ну что, не пожелай, будем прощаться. Всего до следующего хорошего. Видео. Всего вам хорошего, ребят, до следующего видео. В наградах жутко и не повезло. Вы и ролик, Майнкрафт, ролик, и прыгал, ролик максимально. И в эту, в Кратус. Да, Гудусва. Гудусва. Вот. Ролик максимально короткий, ребят. Всем пока, хорошего дня. Увидимся в следующих видео на канале. Погнали. Удачи. Ой, удачи. Пока всем. Я думал, ролик.